российского юношеского футбола «Пас в будущее» при поддержке Академии «Спартака» имени Федора Черенкова. Ну и второй уже регулярный турнир «Мемориал» Василия Кулькова, легендарного в прошлом мячу. Волков. Не проходит передача, очередная ошибка. Удар Волкову приходится исправлять ошибку, но на добивании нападающий калининградской команды оказывается первым. 1-0. Александр Романовский выводит шор 5 вперед. Это сердечко всему Калининграду и всем болельщикам этой потрясающей команды. Команда вообще достаточно колоритна и интересна. Ну и задача красно-белых отыграться. Но вот здесь ошибка в обороне. Момент. Степанищев мог сейчас удвоить преимущество своей команде в счете. Но выручил «Спартак» Максим Волков. Потрясающий голкипер. Он выручал команду в первом тайме. Но вот дальний удар. И мяч влетает в сетку ворот. 2-0. Тимофей Лохмаков. Пушка с правой ноги. Без раздумий практически, да, пробив. Воспользоваться, потому что там уже ближе к середине поля. Калининградцы сразу моментально включаются в отбор. За счет быстрых передач во фланге вскрывать оборону. И подача хорошая, штрафную, отскок, момент голевой. И мяч надо забирать. 2-1. 2-1. Самсонов мяч сопернику отдавать, конечно же, не хочет. Окружили вратаря калининградской команды красно-белые. Подача. И вот здесь, да, не удалось защитнику сыграть по мячу. И удар. Волков вводит мяч в игру. Передача на левый фланг. И этим же левым флангом попытка забросить мяч за спину защитнику. И снова борьба на втором этаже. Отскок. А подбор за красно-белыми. Но передача назад немножко неточная. И вновь мяч доходит до Волкова. Калининградцы стали играть в длину. Не всегда точно. И уже сократились вот эти отрезки владения мячом у черно-желтого. 13-я минута. А еще момент. Ошибается оборона калининградцев. И счет становится 2-2. 2-2. И это Юсуп Арчаков. Вот он. Выскочил, поверил, до конца пошел. Следующий турнир для команд 2012 года рождения, организованный фондом «Пас в будущее», это мемориал Федора Черенкова. Ошибается теперь уже «Спартак». В атаке калининградская команда, падает нападающий. Нет свистка, там все в борьбе. И сразу контратака красно-белых по левому флангу. Встречает защитник очень грамотно нападающего. Выбивают калининградцы мяч, но точно на ногу сопернику. Еще один момент. Арчаков! 3-2. 3-2. «Спартак» выходит вперед. И эта ошибка в обороне дорогого стоила. Дубль Арчакова. Он пока главный герой финального матча. Дотянулся, кстати, до мяча Самсон. Среагировал по удару. Защитник не успел. Мяча. Мяч на газоне. И это Павлов выбивает мяч в аут и звучит финальный свисток. «Спартак» празднует победу в этом финале. Но какой же это был драматичный и напряженный финал. Искренне, конечно, я думаю, что здесь даже болельщики «Спартака» со мной согласятся. Немного жаль калининградскую команду, эти ребята были прекрасны. Давайте отдадим им